Друзья, всем привет! С вами канал Графин и я Владимир. Сегодня нашему каналу, именно нашему, потому что благодаря вам есть этот канал, исполнилась неббольшая дата, а именно 19 тысяч подписчиков. Я решил ту дату отпраздновать вместе с вами, и отпраздновать не просто так, а отпраздновать ее в таком заведении. А это не просто заведение, а это Whisky Rooms. Самое знаковое заведение города Москвы для любителей виски. Поэтому мы приехали в Москву, мы находимся в этом замечательном клубе. Сейчас я вам немножко его покажу. Собственно говоря, я думаю, что самый повод отметить эту дату прекрасным 19-летним виски. Какую именно, мы сейчас в баре и выберем. Так что пойдемте и посетим Whisky Rooms. Итак, друзья, мы с вами попали в этот замечательный пафосный клуб, и нас здесь встречает, управляющий, я не побоюсь этого слова, можно сказать... Человек, который отпивает из каждой бутылки, которая продается в баре. Владимир, добро пожаловать в Whisky Rooms. Наконец-то вы добрались до нас. Олег. Это знаменательная дата для празднования. Дайте я вас представлю. Итак, друзья, управляющий Олег Чижиков. Добро пожаловать на территорию солдового снобизма. Напоминаю, что ролик должен быть коротким, не больше 3 часов. Мы должны уложиться, хотя бы пройтись. Хорошо. Нам хватит этого времени, как конечно, вы считаете? Конечно, несмотря на наши 5 rooms. Друзья, вы на территории клуба Whisky Rooms, с пространством, которое объединяет более 3000 человек. И к радости я заявляю сейчас о том, что к 1000 членам клуба, владельцев наших карт, появился 1001. Владимир. Пожалуйста, добро пожаловать. Спасибо, с меня спасибо, карта. Спасибо. Пойдемте, расскажу о клубе. Так, все, дальше. Мне карты хватит, уходим домой. Шучу. Пойдемте. Пойдемте. Да. Наше отличие от соседних чебуречных – это визиты знаковых персон от индустрии. Начиная с человека, нос которого стоит более 2 миллионов долларов, застрахованный Ричард Паттерсон, величайший ориентир в мире виски, да. Заканчивая Фредом Ноэ. От Энди Макдональда, управляющего Гленмориджи, до великого и ужасного Чарли Маклина. И у нас таких историй как минимум 50. Но мы помним о временных рамках. То есть здесь не все даже те люди, даже как это десятая часть того, кто здесь побывал. Совершенно верно. Совершенно верно. А дата 1896? Мы пользуемся датой основания этого здания, которое было это построено в 1896 году. А 6 лет, это было в прошлом году, в этом году нам уже 7 лет. Уже 7 лет? 7 лет. Отлично. Классно. Да. Про картину что-то скажете? Конечно, это картина, которая называется «Наш мир как балаган, актера в нем не счесть, сегодня ты король, а завтра могут съесть». Написано нашим собутыльником, членом клуба Валерием Мироновым. Ведь кроме того, что мы место, где пьют виски, мы галерея искусства, которая обновляется раз в 3 месяца. В этот раз работы Георгия Безбородова, это плагиат черно-белой фотографии. За моей спиной отличительная особенность еще одна нашего клуба – виски-депозитарий. Место, где члены клуба избранные члены клуба хранят свои напитки. Они ставят все, что душе угодно. Мы им помогаем, рекомендуем, но это выбор членов клуба. Самое приятное и главное, это проходит мимо нашей кассы. А, вот так даже, да? Конечно, конечно. Единственное условие, которое мы ставим, в течение полугода не даете себе знать, выпиваем за ваше здоровье на клубном вечере. Но за 6 лет только грозим. Понятно, понятно. То есть члены клуба имеют ключик, да, у которого... Нет, ключик находится у меня. Ключик у вас, да, ключик находится? То есть все-таки, если я прогуляю полгода, да? Конечно, то мой конечно, вести мне вы, будет да? возможность. Хорошо, хорошо. Ну что ж, пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Здесь, я так понимаю, тоже продолжается депозитарий. Члены клуба по-разному относятся к наполнению своих ячеек. Для кого-то это релизы в виде констеллешена или черной гадюки от тучика, а для кого-то простые питки... Однобочковый Джек Дэниелс, собственно говоря. Все то относятся... есть клуба принес свою бутылку, которая ему нравится, точно. Старая или молодая, неважно, поставил сюда и... Никакого снобизма и пафоса, и... который то есть... звучал в начале. То есть дело вкуса у каждого. Совершенно верно. И это, в принципе, это отличает нас, безусловно. Мы с уважением относимся к выбору членов нашего клуба. Если обратили внимание, стоит даже водка, что говорит, что мы ни в коем случае не секта. Да. С левой стороны место, где вымыть руки. С правой стороны еще одна знаменательная точка нашего клуба – русский бильярд. Но здесь, на самом деле, нашей гордостью является другой факт. Наличие книг, написанных членами клуба, эти книги не имеют отношения к алкоголю никакого. Кстати, вы навели на книгу, которая стала книгой года России 3 года назад, посвященную Михаилу Юрьевичу Лермонтову. А это подарки от наших членов клуба. То есть...
члены клуба увлекаются не только виски, они являются авторами и как и картин, и фотографий, и книг. А книги с автографами я смотрю, да, здесь тоже? Ну, то есть, ну, авторские работы, конечно, это здорово. И это здорово. То есть, помимо за рюмочкой, скажем так, да, за бокальчиком, вернее, напиточком, можно еще поиграть в бильярд, почитать какую-то книгу, да, посидеть, пообщаться в уединенном уголке. Конечно, ведь что нас отличает от простых любителей алкоголя? Что когда мы поднимаем бокал, мы говорим о развитии гиппокампа, правильно? Мы говорим об ассоциативном мышлении. И виски для нас это лишь способ познания мира, а не только способ изменить состояние сознания. Логично. Бла-бла-бла. Да-да-да, логично. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше, да. Так. Мы движемся в сторону галереи, где работы как раз Безбородова. Это наши партнеры. Пи-пи-пи-пи. Вот опять же работа, я смотрю, да? Да. «Путь женщины» называется. «Путь женщины». На открытии выставки Олег Нестеров рассказывал о философии черно-белой фотографии. Так что мы не только про виски. Хотя все мероприятия, которые проходят в нашем клубе, мы женим с алкоголем. Это может ведущий актер театра Табакова, который читает произведения Довлатова и Маркеса. В перерывах мы наливаем новинки Балблера. А, кстати, если говорить о книгах, то это библиотека. Хаус говорит, что книжки читают. И большинство из этих книг написано, подписано авторами. Потому что все, кто пишет на русских, нерусских языках, наши друзья, ну и, как правило, члены клуба. Юрий Богонос, Женя Сули, Серкинтез Мухамедов, Паттерсон, Маклин. Все не бывали здесь, собственно говоря. Ну, коллекция внушительная вообще. Такая библиотека, я бы сказал, да? Да. Как бы так, да. Это частные коллекции. Члены клуба иногда экспонируют что-то редкое их сердцу. И в этот раз экспозиция посвящена закрытым производствам. Фотографии говорят, что этих заводов уже, этих производств уже не существует, что делает каждой бутылкой история, которая сконцентрирована в нам всем. Да, и остается в нашей памяти, да, в какой-то степени? Да. Здесь я понял этот вопрос. Самая северная часть Шотландии, Оркни. Место, где, поднимая бокал, не говорят, как про правильные гэлы, сланджева, а говорят, как норвежцы викинги, скол. 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 Оркни. Скол. Хейлен Парк. Угу. Пойдемте. Так, ну здесь по-прежнему фотография, я вижу, красивая, да? Да, красиво. Да. Так, здесь. Это то, что можно выпить в нашем баре, более 250 Молтовы и те же знаковые персоны индустрии. Джон Квин 1974 года в ирландском винокурении. Николас Грэхэм олицетворяет Томатин. Энди Макдональд Глен Моранджи. И у нас еще, как минимум, повторюсь, 50 разных историй. Кстати, подписи на бутылках говорят, что эта бутылка испорчена отцом-основателем либо человеком, причастным к производству. У нас есть такая традиция. Здорово. Да. То есть у вас порядка в баре, в доступном, да, порядка 250, ну, в среднем даже, да, так понимаю, плюс-минус 200, там. 250 плюс да, количество. Ну, это очень шикарно, конечно, ну, ассортимент, как сказать, да. Это только виски, правильно мы говорим? Только виски, да. А, кстати, сразу такой вопрос просто, есть ли у вас какие-то коньяки или там? Конечно, конечно. Мы же упомянули о том, что мы не секты, и в нашем баре можно попробовать от армяников, коньяков, кальвадосов, выдержанных дистиллятов и все, что захочет гость. Ну, то есть, под настроение это правильно. Совершенно. Это, наверное, в какой-то степени правильно. А за моей спиной VIP-дегустационная комната – место встреч, переговоров. Сегодня, кстати, будет уникальная дегустация Фэмили Каскова, одного из ведущих коллекционеров Гленфаркласса в мире, Владислава Каманина. Кстати, ну, вы с ним уже пообщались. Да, мы уже с ним пообщались, кстати, он там вот сзади нас. Пойдемте, мы сейчас, да? Сейчас мы увидим его в районе бара. Ну, пойдемте, да, дальше. Пойдемте. Потому что я так понимаю, что самое, можно сказать, сердце здесь. Угу. А, ну у нас еще, давайте. Да, основной зал, да. Место, которое вмещает более 40 гостей. И сегодня у нас будет дегустация виски с нашим другом Евгением. Да, я вижу Евгений Титков. Евгений, привет. Бурбоны сегодня у нас. Сегодня бурбоны, отлично. Замечательно. Женя, мы к тебе еще вернемся, подожди. Ну и бар, да? Красавец бар. Здесь можно поиграть в шахматы. Очень удобные кресла, удобные стулья. В принципе, очень такая атмосфера шикарнейшая. Нет. Она формируется чем? Она формируется командой людьми. Ведь мы то место, где виски разбираются все, кроме единственного человека. Надеюсь, она покинет сегодня наш вечер. Это главный бухгалтер. Да. Я думал про бармена. Нет, Максим носит гордое звание виски-эксперта. Собственно говоря, не просто бартендеры, у нас виски-эксперты. То есть... Конечно. Это должно быть, да, так и должно быть.
Ну, я вижу, бурбон, это Евгений приготовил для дегустации. В фокусе сегодняшнего вечера. Олег, у меня, знаете, какой вопрос к вам? Я сейчас хочу вот вам предложить, не то, что предложить, а попросить вас, так как я сказал, что у меня 19 тысяч подписчиков, так как у меня дата, 19-летний виски. Довольно-таки редкий, кстати, возраст, да, для виски, потому что мы знаем 18, 20, 21, как бы, а 19. Но тем не менее, есть ли у вас что-нибудь 19-летнее, например? Конечно, вы же виски Румс, Владимир. Да вы что? Всем, что подскажешь? А, кстати, новинка, которая появилась совсем недавно, да, это 19-летний Арбик Трайван. Я думаю, это такой знаковый напиток для знакового события. Я даже скажу больше того, что я давно хотел попробовать. Клинкерный, пожалуйста. Я давно хотел попробовать. Если вы мне составите компанию, мы сейчас с удовольствием с вами продегустируем. Владимир, мелкоадминистративные возня не позволят мне сейчас пригубить с вами бокал, но мы позовем наших единомышленников, если вы не против. Пользуясь тем, что в этом клубе есть наши единомышленники, да, и если вы не можете, то если, ну, давайте вот Евгений Крысатин. Евгений, протестируй нам, пожалуйста. Евгений, ты не зря промелькнул у нас в кадре. Евгений. Можете на секундочку? Макс. Ну, тебе придется составить компанию. Клинкерн. И... Да, если можно, Клинкерн, дружище. Это же Арбек. Дружище, да, нам Олег порекомендовал. Ну, в честь моего 19-летия, скажем, вернее, 11 тысяч подписчиков. Бурбоны. Нормально. Это контраст. Это контраст. Мы же сказали, что бурбоны выставлены тобой. Там мы работаем, как всегда, вот с колес, в полях, без подготовки. Поэтому все как получилось, так получилось, да. Да, потрясающий релиз, кстати, представлял в нашем клубе Кармен Фуллитон, амбассадор. Сам приезжал, да? Сама, сама. Звезда, красавица, сильная и смелая шотландская женщина. Да. Пожалуйста. Да. 46,2% содержания алкоголя говорит, что отсутствует холодная фильтрация. Сахарный колер. Настоящий виски для настоящих любителей малтов. Арбик Трайван. Друзья, пейте хорошие напитки, приходите в Виски Румс. Владимир, спасибо, что выбрали нас в тот знаменательный день. Ну, во-первых, я не прощаюсь. Мы сегодняшний вечер мы еще продолжим с вами, да. Женя. Сейчас мы на секундочку отключимся, потому что мы перейдем в дегустационный зал, я так понимаю, правильно, Евгений? Переключим микрофон. Отпустим Олега, пусть он немножко поработает. Пусть кто-то. Не так. Пусть он нам не будет мешать нам работать, да, Женя? А мы поработаем с этим напитком. Как я люблю говорить, мы с ним поработаем. Так что мы с вами прервемся на секунду. Спасибо. Что ж, друзья, обычно мы берем время для того, чтобы он подышал, но так как нам Олег налил прямо за барной стойкой, пока мы перебрались в этот прекрасный зал, пока мы здесь уселись, собственно говоря, уже почти 15 минут и прошло, да, Евгений? Хорошо. Поэтому мы сразу можем приступить к дегустации. Единственное, что хочется напомнить, что мы вместе с Евгением как раз были на самой этой дистиллерии Артбека. Кстати, когда мы там были, это было год назад, как я сказал, да? В апреле, да. Тогда этого напитка еще не было. Мы были потом в сентябре еще с туром, и как раз нам посчастливилось прямо на дистиллерии. То есть ты уже его... Всю линейку попробовали, в том числе и Трайван. Нет, мы тоже много пробовали, когда были с тобой. Тогда просто его не было 19 лет. А сейчас... Что можно сказать про этот релиз? Ну, мы можем сказать о том, что это второй... Возрастной релиз, да? Потому что остальные у них без указания возраста. Ну, только 10, ну, 10-летний, вот 19-летний, правильно? Остальные все без указания возраста. НАСА так называемые, да? А что еще можешь рассказать про этот, вот, как бы, ты там был, ты его видел, можно сказать, его рождение принимал, расскажи еще что-нибудь. Трайван, Трайбан, как еще у нас называют, переводится с гельского как «поющие пески», и как раз вот этот пляж, да, этот айловский песчаный, мне кажется, мы там даже искупались. Мы, кстати, искупались, и, ну, я не знаю, приложу ли я фото к видео, я подумаю, потому что мы там купались голыми, да, но это было здорово, после дегустации мы купались в Северном море, да, по большому счету. Но здесь, кстати, вот эта надпись мелкая на этикетке. Bottled during a storm, да, это значит то, что бутилировался виски во время шторма. То есть как эпично, да, в какой-то степени, да. Да, то есть раз. Виски, рожденные в стихии, вот такой замечательный 19-летний, я давно хотел его, кстати, попробовать, так удачно совпало, то есть мой привез сюда. У тебя символично, у тебя 19 да, тысяч. Да, я же говорю, 19 тысяч подписчиков, как раз, да, 19, вообще, как бы я же говорю, 19 лет это, ну, редкий релиз, да, иметь 19 лет. Да. Вот, и Артбек. И тут умудрились, мало того, что они сами по себе оригинальные, да, они тут умудрились удивить, в принципе, возрастом, да, таким, именно этим выбранным возрастом. Поэтому, собственно говоря, вот, давай его пробуем, давай, да, наверное. Давай попробуем. Ну, виски нефильтрованный, да, как здесь 46,2% алкоголя, он нефильтрованный, он не крашеный, да, и это хорошо видно. Здесь, конечно, темновато немножко, но видно, что он
практически такой прозрачный, да? Такой цвет такой, светло-соломенный цвет. Угу. Давай его на аромат попробуем. Давай. Мне очень нравится. Я даже сейчас ощущаю, не поднося к носу. Не, ну аромат, да, он действительно раскрывается, да. Такой ну, весь артбек торфяной, причем именно артбековский торф, он такой интересный, такой своеобразный, такой, я бы сказал, необычный, как бы, да, узнаваемый, да? Да, согласен с тобой, что абсолютно все релизы, они в такой, в единой какой-то концепции разработаны. А бочки здесь бурбонные и хересные, да? Да, здесь микс бочек, экс-барбон и хереса лароса, два типа бочек. Ну, торф преобладает, здесь дерево, причем дерево такое свежее. Потрясающе. Так, струганное такое дерево, да, интересно? Вот прям первый. Ну, сливочные оттенки есть, да. Ну, здесь, слушай, немножко прослеживаешь, даже чуть-чуть цитрусовые нотки есть. Причем такой, знаешь, вот, слушай, тут сейчас скажу, сейчас скажу. Давай. Что-то тропическое, ну, знаешь, ну... Это ананас. Ананас? Да. Точно. Точно. Вот, угадал. Слушай, вот откуда ананас, да? Ананас в шотландском виске, в солоде, да, как бы. Меня всегда это удивляет, как работают бочки, как правильно подобраны спирты, что они выдают. Да, тропические. Что дают, да, представляешь? История. Причем еще вот эта кислинка, да, здесь. Слушай, ну здесь такой широкий сбалансированный аромат, да? Ну, слушай, опять вот, же, нос, которым можно наслаждаться. Да, вот даже, знаете, вот, ну, хочется этот ролик сделать коротким, как бы, чтобы, ну, но коротко его оценить, это практически невозможно. Вот сказать коротко, это просто здорово, да? Это шедевр, я считаю. Это шедевр, да. Очень такой интересный, сбалансированный. Слушай, чем он больше открывается еще, да, вот мы продолжаем им дышать. Да. Он все... И, кстати, торф отходит на второй план, вот у меня лично, да? Вот сначала первый бьет торф, а мы им насытились, по-видимому. Да, рецепторы забились, видимо. Сейчас уже такая дымка легкая. Ну да, вот ананасик, слушай, она... вот цитрусовые нотки, я все-таки чувствую, прослеживаются, цитрусовые. Деревяшка отошла назад, да? Так вот тоже ушло. Сладость хереса есть. Ну, хересные бочки, да, вот это немножко. Но сладость такая здесь, она вот чуть-чуть, я во всяком случае на грани. Вот, деликатная. Вот знаешь, что здесь есть? Кондитерские нотки, вот такие вот, типа шоколада что-то, может быть, нет? Да, кстати. Шоколад. Слушай, и чем больше, вот, сколько раскрывается, раскрывается, да? Да. Ну, давай так, моя я любимая постараюсь. Поговорка, что поработать... С ним надо долго и упорно, да, да, в какой-то степени. Сидеть. Мы просто не будем затягивать ролик, давай мы с тобой сделаем по маленькому глоточку сразу. Давай, давай попробуем аромат, да? Давай, дружище, за вас, друзья, за всех тех, кто вместе с нами. А у тебя, кстати, тоже что есть, у Евгения тоже есть канал свой, у тебя сколько подписчиков сейчас? У меня ты, около, только я начинаю. Ты начинаешь, я, да? Я такая узкую выбрал для себя специфику, я делаю обзоры дистиллерий. Угу. Я делаю обзоры... Ну, Евгений, ну, туры возит, в первую очередь, обзоры, да. Обзоры, по сути, да. Евгений... Вискские туры – это мое основное... Основной род занятий, мое хобби, да, так называемое. Да. Поэтому, ссылочку друзья, у тебя, если, я подведу, да, обязательно. Если вы хотите, да, отправиться в какой-либо из туров на дистиллерии, продегустировать напитки прямо непосредственно там, где они рождаются, можете мне написать, и все будет. Кстати, здесь я добавлю еще вот как бы даже в этот тост. Во-первых, я желаю тебе тоже подписчиков. У меня, в принципе, еще ну, полтора года каналу, и я уже вышел на уровень 19 тысяч. Я думаю, что как бы, больше рост идет прогрессивно. Я очень рад. Я, знаешь, мне это радует. Знаешь, не зря я работаю, да, дегустирую. Чего тебе желаю, собственно говоря. И я хочу сказать, что во многом я обязан познанию виски тебе, потому что ты, помню, меня не то, что уговорил, как бы, но сыграл большую роль, чтобы я поехал на Сентал Шотландию. Да, Эркин с нами был, да. Я хочу сказать другое, что ты организовал такую группу, я помню, организация была, что мы приезжали на каждую дистиллерию, и нас везде практически ждали. Mm-hmm. И нас заводили, вот даже в том же артбеге, помнишь, у них же есть, я рассказывал в своем ролике, когда я рассказывал про артбег, что нас завели не просто в общий зал, где обычно дегустат для туристов, а повезли, помнишь, вот этот домен, где у них для VIP. Ну, там... И открывали нам, ну, там у них же куча релизов таких ограниченных и так далее, это было просто бесподобно. Но давай вернемся к нашему ролику, к нашему 19-летнему виски, посвященному 19 тысяч подписчикам. Давай первый глоточек. Друзья, давай. За вас. За твоих подписчиков. Спасибо, что вы с нами. Да, вкус бесподобный. Слушай. Который не отпускает. Просто накрыло, да, тоже, блин? Прямо... Фантастика, да, действительно. Ну, конечно, первое что-то, такие дымы такие, да, торфяной. А вот на дистиллерии мы его попробовали в конце. Mm-hmm. И я не смог вот ощутить вот этого... Как сейчас, да? Быстро, потому что у меня были забиты рецепторы, видимо. Мы начали с 10, потом оно,
потом угадал, Кривреком. Ну, то есть, ну, понятно, всю линейку, да, практически. Да, и в конце нам предложили 19-ку, мы, естественно, не могли отказаться, а тут, когда ты пробуешь его, вот, грубо говоря, первым, это... Ну, вот смотри, давай, что давай. Я ощущаю. Я вот сразу понял, не понял, а поймал, да, сразу вот этот такой удар торфяной, торф, дымный, да. Дымный такой торф. Такой, причем дым такой, знаешь, вот... Даже не знаю, как выразиться, подожди. Костер вот здесь... какой-то, знаешь. Такой, ну, пах... дым, именно дым. Вот здесь торф, есть дым. Вот, знаешь, как горит торф, может быть. Но здесь как-то немножко вот так широко, да? И вот он проходит, проходит. Заметь, вот первый удар прошел, он раз уходит, и дымные ноты уходят назад. И вот выходит вот, опять же, вот дерево. Появится. Чуть-чуть шоколада я чувствую даже как бы. Да, опять шоколад. Шоколад есть и во вкусе. Заметь, почему больше во вкусе для меня сейчас. Вот, а ты после вкуса уходит, уходит, да, как бы такой средней продолжительности, но остается. И торф как бы отходит с дымом на задний план. И больше я чувствую, ну вот у меня прям шоколадные ноты такие, слушай. Ну, фруктовые мотивы все-таки. Фруктовые немножко есть, но здесь меньше. Хереса, есть солод, да, тоже такой вот прям, такой печеный такой что-то вот. Зерно, да, естественно, чувствуется. Что-то печеное здесь есть, такой прям пирог такой печеный. Вот как раз, кстати, вот, знаешь, какие-то ноты. Вот пирог обгоревший, вот этот дым, вот этот, да, дым как раз вот такого запеченного, немножко пережаренного как бы пирога. Свежего. Ну, интересный. Слушай, ну он интересный, он такой... Не, ну вкус потрясающий. Ребят, я вам скажу так, друзья мои, что... Да, ценник на этот напиток, ну, не маленький, да? Я... 130 паунтов, по-моему, если не ошибаюсь. Там. Я просто там же не был, когда... Ну, паунтов, ну, имеется в виду фунтов. Ну, фунтов, да. Да, паунты это шотландцы, а фунтов, да? 130, ну, 13... Ну, у нас где-то его сколько? 1017-18 в магазинах, да? Да? Можно поймать. Примерно так. Я принес в интернете, но не везде есть, кстати. Ну, конечно, да, ценник такой не детский, по большому счету. Но за 19 тогда. Лет Арктик. Но, ребят, ну это опять же, ученый? Друзья мои, знаете, это тот напиток, вот с этим можно сидеть, не знаю, там, ну, долго, да? Очень долго. Но, слушай, так и, послушай, и аромат открывается еще, блин. Знаешь, как сладость добавляется, да? В аромате все больше и больше сладости, кстати, торф отходит, хотя сохраняет. Но он просто, наверное, вот притупил. Давай еще сделаем один глоточек, друзья. Давай, давай. Еще за вас. Спасибо, что вы с нами. И спасибо, что ты со мной, Женечка. Да, тут маленького глотка, самого такого, там буквально миллилитр один, и хватает на то, чтобы раскрылись такие ароматы. Это просто, конечно, волшебно. Да. А и крепость здесь, кстати, опять же, спиртозности нет во вкусе совершенно, да? Да, 46. Не чувствуется? 46 вообще не чувствуется. Подобрано идеально. Не хочется затягивать ролик, друзья, потому что с этим напитком надо сидеть. А долго, да, мы не будем допивать, мы еще посидим с тобой. Нас здесь никто поджимает. Да, мы посидим, тем более на этом месте, кстати, сидел Билл Ламсден, как раз мастер-дистиллер. Как раз его приезжал, когда. Да, и здесь проводил дегустацию. Ну, соответственно, через час вот здесь как раз у тебя, ты свои бурбоны будешь уставлять. Да, у нас сегодня бурбоны, да. И, собственно говоря, когда я приехал, ну, совпало все так вместе, видишь, мои даты и так далее, да. Ну, бурбон тоже будет интересно, и мы о них потом с тобой отдельно поговорим, надеюсь, да. Поэтому, друзья, я всех вас люблю, всем вам огромное спасибо, что вы со мной. Извините, если где-то что-то затягиваю, где-то что-то пригибаю, может быть, не тех гостей приглашаю, если вам не нравится Евгений, напишите в комментариях, если вам не понравится. Да, ставьте дизлайки. Да, на самом деле, когда я смотрю твои ролики, я всегда удивляюсь твоей аудитории, это очень позитивные люди, и в комментариях у тебя всегда... Женечка, я тебе открою тайну. Надо любить своих зрителей. Они молодцы. Любовь, да. Потому что они у меня молодцы. Так что я хочу сейчас выпить за моих зрителей. Я хочу пожелать вам всем счастья, удачи, любви. Много возможностей путешествовать. Евгений вам в этом поможет. Ссылочку дам под видео. И ну, ждем 20 тысяч. Да, 20 тысяч. Будем 20. Ну, 20 легко найти. Да, 20 легче найти, чем 19. Друзья, спасибо ваше за вас. Здоровье. Друзья, и знаете, о чем я подумал? Что когда будет 20 тысяч подписчиков, я, конечно, возьму 20-летний виски. Когда будет 25, я возьму 25-летний. 30 тоже найду. Но вот 50, вы представляете, сколько это будет мне стоить. Но вы того стоите. И для вас я это и сделаю. Так что, друзья мои, спасибо, что вы со мной.